15 лет лишения свободы грозит жителю Алдана, обстрелявшего карету скорой помощи. Напомню, ЧП случилось накануне. 45-летний мужчина, которому вызвали скорую, встретил бригаду медиков с огнестрельным оружием. Полиция вступила с ним в перестрелку. Подробности у Татьяны Вахниной. Героем водителя скорой помощи Александра Долгова называют коллеги. В минувшее дежурство он спас жизнь фельдшеру. По рации диспетчер передала бригаде вызов. Мужчина 1971 года рождения вдруг пришел в ярость. Психоз предположили медики, подъезжая к дому по улице Зарта-Салинская. Там стояла оперативная машина дежурной части «Газель» и было два сотрудника полиции. Полицию и скорую вызвали родные. В доме мужчина оставался один. Требование полицейских сдать оружие и выйти игнорировал. Александр случайно заметил, что одно из окон распахнулось, и на машину направлены стволы автомата и пистолета. Фельдшер в это время оставалась на улице. Александр завел мотор и повел машину так, чтобы девушка оказалась вне поля зрения стрелявшего. Таким образом, скорая послужила фельдшеру щитом. Такие ситуации никогда еще в своей жизни не... Ну, как было, конечно, такое, но чтобы с оружием так стреляли, тем более. Это все кино, это смотришь эти передачи, где-то творится. У нас такого вроде никогда, городок спокойный. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. С огнестрельными ранениями плеча и живота мужчина был доставлен в приемный покой. В этот же день бригады хирургов он сооперирован. Вот, сейчас находится в реанимационном отделении. Состояние у него стабильно тяжелое, на сегодняшний день жизни пока его ничего не угрожает. Материалы переданы в Следственный комитет по Алданскому району. По факту случившегося проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится процессуальная проверка по статьям покушения на убийство сотрудников скорой помощи, часть 2 318 Уголовного кодекса. Также проверка проводится по статье хулиганства. Процесс выздоровления будет долгим. Впрочем, куда более длительной может оказаться расплата. Если будет доказано покушение на убийство, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.